Вот такой вид из окна у меня, друзья. Сейчас настроимся. Приветствую всех с наступающим Новым годом. Только что, ну, я вот оттуда только что пришел, там стужа такая, ветер, холодрыга такая, холодно очень. Наконец-то в Забайкалье, Чите, наступила зима. Теплынь стояла буквально минус один, минус три, вот буквально я посмотрел. Сейчас наконец-то 16 градусов, все, к Новому году поближе, сегодня уже 10 декабря. И вот такая мысль была, поднимаясь на этот свой пятый этаж, с Евочкой со школы пришли сейчас. И как же хорошо все-таки, когда тепло, уютно. И вот эти мысли сразу такие, сытно, все хорошо, что еще надо? И вот эти мысли идут. Вот мне вот вся эта информация идет, смотрю, ссылки мне присылают. Звонят кто-то, и все по-разному, все эти мнения, вот это все в голове. А тут сейчас зашел, и тепло, и уютно, и все хорошо. Что еще, вот такая мысль, чисто старческая, такая логическая, ну что еще надо? Если дальше посмотреть, мир, войны нет, сейчас только встретились президенты, все договорились. Кто что-то хотел сделать, уже все, уже не сделает, все уже налаживается. Хорошо. Что еще надо? Господи, праздник на носу, а тут нет, пишут, говорят что-то, присылают. Эти тиктоковские, я только что буквально, тиктокеры. А, это же кто в тиктоке? Это тикток, который в январе этого года наших детей, внуков выводил на площади, на ОМОН бросал по заказу этого негодяя Навального. Я все никак, тиктокеры, а там же дети, внуки, все в этом тиктоке день и ночь. Эти тикток, эти открытки какие-то мне присылают, какие-то ссылки с тиктока, вот как красиво, все красиво. Тут раз антиваксеры пошли, и тут опять тикток. Да он ничем не меняется. Под прикрытием детей, ребятишек наших, вон там тикток. А тут раз и шпильку опять ставят с этими антиваксерами. Которые тоже, я уже говорил про них, откуда. Все в каждом регионе организовано, все. Это уже вот буквально весь информация идет последняя сегодня. Ссылки сделаю к этому видео. И по этим баксерам ссылку сделаю, что они там. И по Евгению Юрьевичу Спицыну хочу сделать ссылку, ребята. Он историк. Он уже, ну и моего возраста, суждение мысли, у меня с ним, вот то, что он говорит, то... Как он рассуждает, это я то же самое говорю. Вот как меня сейчас не ругает, в последнем видео был комментарий, я пришлось мне этого человека удалить хамство. Ребята, хамить не надо. Маты все это программа не пропускает, руга не пропускает, но хамить тоже не надо. Надо вести как-то корректнее себя. Крик, хайп это где-то там в других местах. Но у меня этого крика, хайпа нету, не только у меня. Спокойно ведите себя, не надо писать, не надо хамить. Ну не нравлюсь, уйдите с другой канал, смотрите. Я не персонал, как мне ребята, мои друзья, подписчики защитили уже чуть не 10 лет назад. Да что нам бросились? Он же не директор первого канала. Пусть говорит, Володя, говори. Главная информация. Я же давно открылся, просто обзоры веду, выступаю с вами сейчас, говорю. Я же делюсь чем-то. Это же, ну я же не диктор первого канала, правильно, как вот и ребята мне еще давно уже мои подписчики на защиту стали. Я же другим не стал и таким есть. Зубные дела, это уже тоже поправку надо делать. Мы же старички уже. А все эти зубные дела, протезы, они же по-другому звук уже, голос идет. Я же не могу уже как молодой говорить, правильно? Что-то где-то. Ой, я далеко зашел. Евгений Юрьевич Спицын. Молодец. Я вот эти ссылки дам. Я в последнее время почему-то... Все мы разные, я еще раз. Но этот человек мне понравился. Историк, профессиональный историк.
Просто комментарии почитайте, там не тролли, не боты нет. И там реально люди пишут. Я подписываюсь под каждым словом людей, которые говорят о Евгении Юрьевиче. Профессионал. Это, казалось бы, одного возраста мы с ним, а не какой-то старичок, который все прошел. Мы одного возраста с ним практически. И он вот это все говорит. Аналитик, вот как он без... Вот просто так, как я с вами говорю. И откуда цифры вот эти берут? Все в голове, все в памяти. Вот это поражает просто. На любой вопрос отвечает. Он в формате интервью, в ответы на вопросы, на Авроре, там не только он выступает. Сам по себе. У него не тем, он сам независимый историк, аналитик, независимый. Пороги вот эту власть, за которую я, допустим, сейчас, вот за которую я говорю постоянно все это, достается всем от него. Но он аналитик, он, у него свое суждение, у него факты вот это в голове, все вот это, да. Я, и там интересные вещи, он обо всем говорит, не только про историю. Вот я даже придется не одну ссылку делать, а две ссылочки там дам. В описании ссылки сделаю, посмотрите, кому интересно. Откройте его канал, список, он так и называется, и у него информации по истории и не только, очень много. Рекомендую. А ТикТок? Ну, ТикТок, ну, дети там, внуки, я же не буду. Но я не смотрю ТикТок. После того, как они замутили, как мне дочь в январе звонит Маша, папа, дальше завтра же они на митинг пойдут, всей школой, всем городом там на митинг. Я уже знал, какой митинг. Я говорю, не надо. И они не пошли. Мои не пошли. Молодцы. Послушались деда старого. Надо же понимать. Этот негодяй сейчас сидит, вся его компания за рубеж убежала. Сейчас антиваксеры поперлись. С Испании мне вот позавчера, по-моему, да, мои друзья, Вова. Отсюда с Испании все идет. Объяснили с первых уст всю информацию, помимо того, что идет буквально каждый день. Они мне еще дополнили эту информацию. А у них там в Европе тоже не все, в Америке тоже. Компания идет однозначно на масштабах всего мира. Не только за Россию. За Россию они давно уже берутся и никак не могут все это разворошить. Да как они разворошат? Как Геннадий Степанович сказал Симоненко, который вы видели в прошлый выпуск. Народ интуитивно чувствует. Вот как я чувствую интуитивно, поднялся на пятый этаж сейчас, тепло, хорошо, уютно. Так и народ чувствует, вот это чувствует. Не надо ему этого площадных этих всех манифестаций, вот этих историй. Люди прошли 90-е, они уже знают, что такое 90-е, что такое до этого было. Не хотят, никто этого не хотит. При том, что у нас есть, не надо лезть далеко в политику, как меня тут... тоже осаживали, пытались осадить. Не занимайся политикой, занимайся рули, там природу показывай. Извините меня. Я ничего не могу ответить в ответ на такие выпады. Выпады реальные. И еще хочу сказать, надо вести себя все-таки без хамства. Да, без хамства. Я не без амбиций. Не надо, вот я ничего не хочу, вот это просто веду этот канал, как могу. Хамить не надо, ребята, дорогие мои, не надо хамить. При чем тут политика? Я показываю, говорю о том, вы видите, как мы работаем, как я живу. При чем тут политика? Вид из окна, все показал. Это всю жизнь, об этом я говорю. Политика. Не политика, мы уже старые люди прожили, анализируем. Аналитика, да, вот это да, лучше подходит, чем вот это слово политика. Если за Путина, за президента нашего кто-то нет, ну зачем об этом говорить? Я же не говорю, что вот вы там против, я же не говорю вам в ответ ничего. Я просто вам примеры привожу, как на самом деле все это происходит. Что мы имеем, почему это не надо терять. И что может быть? Это что, политика? Это аналитика? Ну, так и просуждаю. Еще хочу последнее добавить. 20 лет, фактически 20 лет мы живем в таком, последние 10 лет, вернее, точнее сказать, последние 10 лет в таком достатке, как никогда не было. Никогда такого не было. Да, в советское время, какой-то определенный период, брежневские времена мы застали наше поколение. Да, было все хорошо. Но это ушло. По какой причине Евгений Юрьевич Спицын, он это все объясняет по полочкам. Это обязательно эту ссылку сделаю.
там по полочкам, и как было с 1937 года, дальше, тема Китая захватит. Один в один, но то, что мысли из Китая, как он это жил, как учился, тоже полностью совпадает с моими созвучно с моими мыслями, понимаете, жизненными историями. Один в один практически. Почему вот я, Евгений Юрьевич, хочу порекомендовать посмотреть. Не говорю, что всем понравится, но это жизнь, не может все понравиться каждому. Каждый взгляд по-своему. Ну, хорошо, когда совпадает это все созвучно, да. Еще я продолжу мысль свою. 20 лет практически мы живем в стабильности. Помните, стабильность Путина говорили? Сейчас эта стабильность зашкаливает. Он бьется один за нас всех. Что там вокруг творится? Посмотрите, что в мире творится. Я в прошлом выпуске сказал, по запросам, по-моему, как никто России стоит прочно, как никто. У всех же интернет в доступе, вы же видите, что творится в мире. Забудьте про эти тиктоки, то, что вам там говорят эти люди. Забудьте хотя бы на секундочку, посмотрите вокруг, что в мире творится. И мы достигли такого уровня буквально на бегу, как Сталин после войны, вот это Евгений Юрьевич будет объяснять вам, как Сталин буквально восстановил после войны, все разрушено было. Так и сейчас мы не умеем, видимо, по-другому работать, а мы ноем иногда, не надо ныть. Мы за 10 лет последующих мы догоним и перегоним окончательно всех, по-другому нельзя. Как Сталин сказал, иначе не выживем, 30-е годы индустриализацию, когда начинал, иначе нам не выжить в этой войне. И сейчас иначе нам не выжить, то же самое каждый из нас, наверное, это должен понять. То, что люди достигли 100 там больше лет, все эти этапы проходили, мы буквально, забудьте, союза нет, мы заново начинали, на полной разрухе начинали. Вот это надо понять наконец-то. А не то, что у людей это складывалось годами, столетиями. Ну мы с нуля начинали практически. 90-е годы, в нулевые все это пошли. Вот это надо учитывать, а то вот-то раньше было, то-то было, сравнивайте, колхозы, совхозы, тут кто-то мне. Да вы о чем говорите-то? Хорошо. Сейчас я предлагаю видео просмотру. Съемки были еще, когда я работал, конечно же, рабочие моменты нашей компании. И не только. Вот это видео, которое вы сейчас первое увидите, легендарный прибор золотопромывочный, монитор. Это просто музыка. Это просто классика. Это просто, я не знаю, только... Вот я мимо ехал летом на работе еще был, но не мог я не остановиться, не снять вот этот момент рабочий. Представляете? Не мог снять. Это всегда завораживающе. Вот это то, что вы сейчас увидите. Я в реальности все это видел, как мог, старался снять это все. Сейчас пока смонтирую и покажу вам. И после этого буквально какой-то посмотрю. И вы увидите человека, который со мной работает уже много лет, хороший мой товарищ, друг. Он ждет этого. Рамис, я тебе сейчас буду. Я тебе покажу сейчас. Вот, что я обещал, ты сейчас увидишь, все увидят тебя. Твоя семья увидит. Дочь, которая наконец-то выздоравливает, из-за которой ты приехал сюда к нам на золото, бросил свой бизнес, не бросил, продал свой бизнес, а все равно не хватило на лечение. Ты пришел к нам, ты хорошо работаешь. И ты работаешь именно на этом приборе, но и не именно на этом, а на другом приборе. Но суть не меняет. Ты именно на. Делаешь то, что делают вот такие же ребята, как, которые прибор сейчас все увидят. У тебя свой прибор, у нас уже таких нету, легендарных. Мы уже дальше ушли, это уже тройки, пятерки, там, дерокеры, и не только, дипы вот эти вот. А это вот, да, это из прошлого, ну, тем более люди работают, еще как работают. Сейчас вы это все увидите. Хорошо, друзья. Еще раз наступающим Новым годом. Все будет хорошо. Мира, добра всем. Только самые лучшие пожелания. Я еще не прощаюсь в этом году. Еще увидимся. До встречи.
Можно узнать, как вас зовут? Иван. Откуда вы будете? Я с Читы. Читинский? Не поверите, мы тоже с Читы. А где живете? Я где живу? В городе живу. Ну в Чите где? В городе, по 4-й Каштанской. А почему именно вот этот прибор сейчас пошел опять? Монитор. Я не знаю. Он чище это промывает. Наверное, все задают вопрос, не вылетает ли золото после этой струи. Нет, вылетает, она везде вылетает, она и на ГГМе вылетает. Такая струя. А как это все остается, вот, если не вылетает, уметь надо. Вот в этом есть секрет. Спасибо! Вы себя увидите на ютубе. Я осенью приеду домой, там смонтирую все это и хорошо увидите. Сейчас поймем, мне голова заболит, я потом. Чего сказать-то? Приехали, будем работать-то, конечно. Будем стараться. Зачем мы сюда приехали? Но все равно начало сезона всегда так, потом все слаживается. И пока на ремонте стоит. Все будет хорошо. Не первый год уже. Конечно, но он не привыкает. Кто вот этот новый приехал, им что-то неудобно говорить, беспокоиться. Я говорю, не надо беспокоиться. Они спрашивают? Конечно, и хотят кого-то уволить. У них желание заработать есть, они же приехали сюда. Да, да. Закрой дверь эту, чтоб там. Значит, если они приехали, значит, желание заработать есть. Я и объясняю, да? Но. Надо работать, чтобы зарабатывать. Если ты не будешь от души работать, как можешь зарабатывать? Надо от души работать. Ты же сколько лет уже работаешь, знаешь, ты многих видел. Да. Разных людей видел. Да. Но ты тоже не первый год работаешь. Ну, я тоже многих видел. Но все равно я объясняю. Я скажу, терпеть. Кем ты работаешь. Ты работаешь мониторщиком, это значит, от тебя зависит конечный результат. Конечно. То есть то, что мы вот делаем, вольтезеристы, водители делают, это подготовка. А от мониторщика зависит уже конечный результат. Конечно. То есть добыча золота реально от тебя зависит. Конечно. Вот видишь, у тебя профессия знает, какая. Как, что, когда. Сколько лет? Хочешь, скажи, посчитаешь нужен? Нет. Сколько лет работаешь? Я 15 уже приехал. В 15 году? Я сейчас 7-й сезон здесь. 7-й сезон? Да. Первый раз золото в 15 году? Да, да, да. Я же в Грузии, у нас нет такой. Я сюда приехал, вообще с ума сошел, что такое-то вообще, там, прибор когда видел. Как он, что это такое? И все, я потом собрали, я сразу понял. И все. Впечатление от... По первому году какие были у тебя от этой работы? Шоковые так, или... Я работы не боюсь, честно говорю. Мне давай, я сделаю все, что надо. Но все равно первый год что-то... Это, да. Ну, потом уже вижу, да, значит, когда уже в конце сезона я уже получил как будто нормальные деньги. И все, ты решил, что я еще приеду? Да. Вот я тоже самое. То же самое и со мной было, да. Не представил. Рамис. Имя Рамис, ну, фамилию можешь говорить, хочешь, нет. Рамазанов Рамис. С Грузии? Да. Но на золоте видишь, тут своя специфика. Здесь тут же надо здесь знать эту работу, захотеть выдержать это все. Конечно. И, во-первых, сейчас вот новые люди пришли, ну, они не знают эту работу. Они хотят заработать, но не знают. Это проблема. Надо, раз приехал, я говорю, надо работать, терпеть. Надо работать и все. Ну, уже знаешь, что-то есть. А когда промок, уже видишь, что и золото пошло, значит, уже знаешь, все нормально, все хорошо. Работаем, да. За Байкале ты давно работаешь, живешь? Я за Байкале 99-го года живу, могу. Это многонациональное Забайкалье. Вот я с Украины тоже много говорить можно, мы много повидали. Мне кажется, в Забайкале, как нигде, многонациональная диаспора. Ты согласен с этим? Да. Ну, как в Забайкалье, нигде не видят столько диаспор. Диаспора. Вот я живу здесь тоже уже давно. Это как вот? Вот про Забайкалье много говорят. Каторга. АУЕ.
Я не вижу, не чувствую вот этого. Это лишь... Люди, которые я сталкиваюсь и с теми людьми, они такие же люди, как и мы. Все. Все одинаковые. Все мы равны в этом. Да. И вот это Забайкалье, которые это говорят, вот о Чите, тем более. Не, я в Чите живу, тем более. Я стараюсь это объяснять людям. Здесь на канале постоянно говорю об этом. Вроде люди прислушаются, вроде меняются точки зрения. Вот тоже об этом хотел сказать. Ты не считаешь себя здесь, вот то, что в Забайкалье годы провел, это, ну, нельзя сказать, что потеряно годы. Ну, что-то чувствуешь в этом плане? Так, или нормально здесь? Нормально. Люди как если выглядят, нормально да? Не был, я сюда приехал. Приехал. О, да. Вот это ответ хороший. Да. Да. Спасибо. Хотя я считаю себя, ну я тоже здесь много лет, да. Киев тоже моя родина. Я уже как будто привык здесь. А? Я да. Уже как будто привык. Дом. Да. Вот нас тут немного, а видишь, мы уже считаем себя здесь. Ну как? Ну хорошо. Работаешь, добро, что еще? Чего? Приехал, работаешь, деньги зарабатываешь, да? Семью надо содержать. Каждый, короче, у каждого свои проблемы. Ну, а семья... без проблем человека нет. Ну, семья большая. Внук есть, бегает, ему уже 7 лет. Что еще? Аллах мне внука тоже показал. Я не жалею. Значит, я заслужил это. Некоторые есть люди, даже как не видят внука. Значит, мы заслужили. Это самый как подарок для мужчин, что внука видит. Лучше такой подарок я не вижу ничего. И все. Ну, ради этих слов. Да. Трое детей, значит, тоже такое заслужили. Такое услышать дорогого стоит. Вот трое детей, как будто, тоже, значит, подарок от Всевышнего. Трое детей? Да. А. Что еще надо? Самое главное, я сюда приезжаю, я всегда вот говорю, что ничего не болел. Поработал до конца сезона. Все. Я сначала когда... так бывает. Бывает, все как будто у некоторых настроение, это вот он домой, этот. Я никогда такие вещи не думаю. Надо работать и все. Тебя ждут дома. Конечно. Вот эта мысль должна, да. Должна я помогать. Сюда приехал. Помогать переносить все это. Да, если я один был бы, я вообще не работал. Ходил бы туда сюда. Мне семья, а семье надо, если ты мужчина настоящий. Мужик должен работать с семьей. Ну и при том у тебя самая тяжелая работа из всех, которые есть. Работа. Тяжелейшая уже. Работа. Легкой работы нет. Ну, где-то, может быть, и присесть можно у тебя. Да присесть много, если сядешь, геморрой выйдет. Тяжелая работа у тебя. Да, тяжелая, да нормально, ничего. На приборе мужчины, это... мужчины, мужики. На приборе тяжелейшая работа. Ответственная и тяжелая, и ответственная работа. Да. То есть, конечно, результаты уже повторяются, от тебя зависит. Ну и долго еще? Сколько протянем вот так вот? Вопрос завершения. Пока ноги здоровье. Держатся. Пока здоровье. Да, пока ноги держатся. Будем ездить. В ногах. Будем надо ездить. Ездить. Да. Потому что этого мы не заработаем. Нигде. Надо ездить. Надо ездить. Я хочу твоей семье, дочь твоей, о которой я много уже знаю, здоровья. Спасибо. Здоровья и здоровья. Спасибо. Она твоей. Уже поправляется, я знаю. Иншаллах. Вот в конце, вот 2 июня или июля, и вторую операцию сделают. Она уже поправляется. Конечно. Вот. Привет. Здоровья пожелания. Спасибо, и спасибо. Всем твоим родным. Твоим тоже, брат мой. Ведь мы с тобой давно знакомы. Ты мужик хороший. Если у меня такой характер, если с одним мужчиной вот сижу как будто, если я его понимаю, он меня понимает, я его уважаю. Как своего, как брата и все. Спасибо. Да, я сколько, с 15 года я тебя знаю. Спасибо. Я всегда тебя вижу, я рад. И все. Спасибо. Я тоже твоей семье, твоим внукам. Всего хорошего желаю, чтобы было все хорошо.
Да так и будет все хорошо. Пока мы живы, пока работаем. Нас сейчас многие слышат, многие видят. Они, надеюсь, нас поймут. Поймет, да. Кто не поймет. И нас, и нашу работу, и то, о чем мы только что говорили. Хотя можно говорить еще много. Можно. Много говорить. Но работать тоже надо. Много показывать. Ну, и это есть. Можно смотреть и слушать. Ну, хорошо. Спасибо. До встречи. Давай.